Депутатам Госдумы будет непросто прийти к единому решению по возвращению к отстрелу бездомных собак. Так считает депутат Оренбургского городского совета Екатерина Калегина. Об инициативе возвращения уничтожения бездомных животных в рубрике «Экспертное мнение». Там очень много представителей разных регионов, и в разных регионах ситуация очень непростая. Во многих регионах, в том числе в нашем. Поэтому я думаю, что в Госдуме будут очень жаркие споры на этот вопрос. Кто-то будет очень за то, чтобы этот закон хотя бы приостановить. Кто-то, скорее всего, защитники животных будут явно против. Я полагаю, что не одобрит, потому что закон, который был принят, он действительно был принят большинством депутатов Государственной Думы. И я не вижу выхода из положения именно таким образом, чтобы разрешить умерщвление животных, так как это было до 2018 года. В некоторых других регионах ситуация с собаками гораздо лучше, потому что там власти позаботились о решении вопроса заблаговременно. Такую позицию высказала социолог Галина Шишукова. Мы очень затянули решение этой проблемы. И если в 2018 году был принят федеральный закон об ответственном отношении к животным, то именно тогда, уже 2 года назад, надо было и в Оренбурге принимать экстренные меры по строительству приюта и по взаимодействию с обществом. Считаю вполне оправданным ситуацию, когда прокуратура вынесла решение о ответственности наших чиновников оренбургских за сложившуюся очень тяжелую ситуацию. По предварительным оценкам у нас 10 тысяч собак в городе. А приют, который мы сейчас выделили деньги в горсовете, будет строиться, он рассчитан на 500 голов. И опять же, выпускать-то они будут опять в ту же самую среду, в наш город. И а кто будет заботиться о том, чтобы эти собаки там были накормлены? Они также будут собираться в стаи, и это в любом случае вопрос останется. Потому что очень много лет никто этим вообще никак не занимался.